Анонс и точная дата выхода 180-й серии турецкого сериала «Клятва». 180-я серия сериала выйдет в эфир 7 февраля с русской озвучкой. Серия будет доступна через пару дней. Напомним, в предыдущей серии мы увидели плохие воспоминания Рейхан, которая видит, что ее сестренка вынуждена извиняться, оживают. Джавидан и Грюсум своим мастерским составленным планом вызывают между Рейхан и Амиром чувство разочарования. Получится ли у кого-нибудь нарушить этот план? Как считаете вы, уважаемые зрители? Оставьте свой отзыв в комментариях. Нарин объявила о своем желании уйти и повергла Кемаля, который совсем не ожидал этого, в шок. В то время как Нарин пребывает в ожидании хотя бы маленького знака от Кемаля, Кемаль ничего не знает о письме, которое для него написала Нарин. Сможет ли Кемаль найти письмо, пока еще не стало слишком поздно? Все это мы уже увидим в новой серии. Напомним, 180-я серия сериала выйдет в эфир 7 февраля. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки. Приятного просмотра!